Ребята, всем привет! Снова рад, что могу поделиться каким-то хорошим опытом. Вот решил поднять тему о том, как экономить газ на теплогенераторах настенного типа фирмы Paxi Eco4S. Дело в том, что изначально на этом котле 100% мощности, вот мы их самый простой способ экономить, это сократить мощность его. Вот. Она регулируется с помощью выхода в инженерное меню котла. Вот. Выход производится с помощью кнопок на дисплее. И кнопки, которые нам необходимы для того, чтобы выйти в это меню, это регулировка, значит, системы отопления и регулировка системы горячего водоснабжения. Здесь есть плюс и минус, соответственно, увеличение температуры, уменьшение температуры отопления, увеличение и уменьшение температуры ГВС. Регулировка выхода в инженерное меню, точнее управление выхода, производится зажатием вот этих двух клавиш. То есть, нажав на них и подождав 5 приблизительно секунд, у нас произойдет следующее. Вот мы перешли, собственно, в меню управления котлом. Параметров здесь 10. Вот. Каждый параметр управляет определенной функцией котла. Но нам необходимо F08. Это меню управления непосредственно системой отопления. Уменьшение и увеличение производится вот этими кнопками. То есть изначально у нас ситуация была, значит, вот такой. Сейчас я покажу. То есть вот так вот мы пришли, и котел у нас был настроен на 100% мощности. То есть 24 киловатт, это 220 квадратов отапливаемого помещения. Здесь у нас всего 60. То есть нам это вообще не нужно 100 лет, он просто будет напрасно газ нам палить. И больше куба у него в паспортных данных прописано. Вот. Поэтому мы этот параметр решили сократить до 50%. Этого вполне достаточно для того, чтобы он спокойно совершенно справлялся с данной площадью и отапливал их. Для того, чтобы запомнить этот параметр, вам необходимо нажать вот эту клавишу. То есть при ее нажатии, вот у нас надпись появилась, она говорит о том, что котел данный параметр запомнил. И теперь он работает на 50% мощности. Вот, ребят, кому данное видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я буду также продолжать делиться своим опытом в том, каким образом более рационально использовать природный газ, ну и не платить лишние деньги.